5 ДТП с участием детей зарегистрировали правоохранители в начале года. Это в два раза больше, чем в прошлом. Статистика не радует. Детский травматизм и его предупреждение – очень важная и серьезная проблема, особенно в период школьных каникул, когда дети больше располагают свободным временем, чаще находясь на улице и остаются без присмотра взрослых. Хотелось бы обратиться к родителям, что при воспитании у детей безопасного поведения на дорогах они обратили особое внимание, что когда отпускают детей гулять во дворы, чтобы они при выходе на проезжую часть осматривались, и особенно когда переходят через дорогу из-за настоящего транспортного средства. Специально для детей полицейские приводят ряд нехитрых правил, которые нужно соблюдать, находясь вблизи проезжей части. Во-первых, подходя к дороге, обязательно остановитесь и осмотритесь. Переходите дорогу только на пешеходном переходе и на зеленый сигнал светофора. Если рядом с вами взрослый, держите его за руку. И ни в коем случае не перебегайте дорогу и не играйте вблизи проезжей части.